А поки у нас невелика пауза, я нагадую, що спонсором проведення сьогоднішньої гри є компанія Study.ua. Study.ua – це найкраща освіта за кордоном. Ваші оплески компанії Study.ua. Підтримайте психологів! А на кубке команда КВН вам сюда решила удивить вас своим эпатажем. Останавливать мой танец. Между прочим, это искусство, и это одобрила Таня. А, кстати, где она? Ребята, в общем, извините меня, пожалуйста, просто ребенка не было с кем оставить. А отец? А папа у нас сегодня в жюри. Славик, привет, давай поможем. Славик, ты же не веришь, это твой ребенок? Хорошо, вспоминаем. 8 марта, клуб «Планета». Славик, вспоминай! Ночь, романтика. Тань, 8 марта было всего лишь неделю назад. И это не лишает меня родительских обязанностей. И тебя, кстати, тоже. Хорошо, хорошо, давай будем проверять. Алена, покажи, где твой папа? Алена. Что, до сих пор не веришь? Ладно, у меня есть свидетели, и у них есть доказательства на наши с тобой отношения. Это наши с тобой общие фотографии. Наша свадьба на ВДНХ. Медовый месяц переговор. Фотография в Дримтауне. И самое главное, подарок на 14 февраля. Концерт Майли Сайрус. Здравствуйте, Татьяна Петровна, я забираю вам. Спасибо вам большое. Да не за что. Даня, так значит ты нас обманула? Ну ладно нас, ладно нас. Его-то за что? Извините меня, пожалуйста. Славик, Славушка, Вячеслав, Святополк. Обычного женского счастья, уважения, денег, поездку береговое. Слава уже была? Денег. Таня, ну может мы просто начнем? Ну ладно, мы начинаем! Самый лучший сервис – ненавязчивый случай на дороге. Здравия желаю, старший лейтенант Лещук. Я, пожалуй, часики возьму. Отличный выбор, швейцарское качество. Приезжайте еще. Представьте себе случай в роддоме. Представили? Молодцы. А мы идем дальше. Профессии меняются, привычки остаются. У нас террорист, который не может забыть о своей старой работе. Так, все принесли выкуп. Я дома забыл. А голову ты дома не забыл? Так, а кто это у нас там плачет? Расскажите нам, мы вместе поплачем. Выпустите нас, пожалуйста. Куда я вас выпущу? А вдруг вас машина собьет? Я, в конце концов, отвечаю за вас. У меня записка от мамы. Хорошо, хорошо. Ты с запиской иди. Алло. Да. Мне нужно 2 миллиона долларов. На что? Конечно же, на ремонт класса. Так. Мне нужно выйти на рынок. Кто у вас староста? Я. Собери пока на швабру. Ну что, сдаем сами или я разбираюсь?
Представьте себе! Представьте себе зелененький вот. Очень известный шоумен возвращается домой. Наркоман. Подъезд обгадил! Максим, борщик на столе. Спасибо, Сава. Бери меня с собой. Так, ребята, все, стоп. Папа, это он сделал. Папа, мимо. Папа, спокойно. Таня, ну что ты опять? Ладно, спасибо, папа. А в конце нашего выступления хотелось бы сказать несколько обычных весенних фраз. Но мы их забыли, поэтому спасибо, дорогие зрители. Спасибо, Кирилловский команде КВН факультету психологии. А зараз вже готова продемонструвати нам свою візитку команда КВН філософського факультету цивілізації. Ребят, давайте сначала хотя бы в ряд как-то станем ровно, а то у нас уже плохая режиссура. А ты вообще в Украине где-то видел хорошую режиссуру? Конечно, я 2 месяца «Интер» смотрел. Мудрость. Не одежда красит человека, а китайская одежда красит человека. Это кто? Походу Платон. Здравствуйте, с легким паром. А вы зачем здесь вообще? Я могу ответить на любой вопрос. На любой, да? В чем секрет моей молодости? Тебе 17. Я хочу спросить, а я найду работу по специальности? Понимаешь? Мудрость философа, она как звезды. Она не дает света, потому что слишком возвышена. Походу, я безработный, ребят. У меня еще один вопрос. Вы простите, я просто очень переживаю. Что если мы двойку получим сегодня? Ой, да какая разница, 5, двойка. Я так скажу. 2 в лоб. Так, 2 в лоб. Ми з Ганібою жити не будемо. Філософи, погнали! Итак, мітинг в Об'єднаних Арабських Еміратах. Сенсація! Куда докатился кризис? Какие ваши требования? Все круто, я люблю жить, спасибо! А где-то на Дальнем Востоке мальчика очень мучает бессонница. Раз овечка, 2 овечка, 3 овечка. Мать, убери овечек с комнаты, я спать хочу! А в Днепропетровске проложили идеальный асфальт. Так, ну и где ваш идеальный асфальт? Да вот же он! А где мой идеальный мост? Ну, того же. Да вы что, издеваетесь или что? А на завод «Деоланус» устроился немецкий специалист. Ну, наконец-то! Хороший сотрудник, как теперь работа пойдет? О, а это кто? Немецкий специалист. Механик? Нет, мерчендайзер. Ну, хоть руль правильно поставить, все! И давайте все же представим, что было бы, если Николай Васильевич Гоголь встретился с режиссерами фильма «Вий 3D». Наконец-то, как интересно, что Николай Васильевич думает по поводу нашего фильма. Николай, здравствуйте!
Знаете, что... Николай Васильевич, а можно как-то какие-то комментарии, может быть? Валер! А теперь поговорим о фильме. Вы читали второй том «Мертвых душ»? Нет. Сейчас узнаете почему. Очень-очень-очень секонд-хенд. Здравствуйте. Здравствуйте, что у вас? Вот, пожалуйста. Отличная казацкая кираса 17 века. Что-нибудь еще? А вы знаете, к ней был головной уборчик какой? Вот прекрасный латный шлем польских гусар. Замечательно. Я возьму его. Сирма. Здравствуйте, что у вас? Да не, я на экскурсию. А, извините. Вітаю вас у Національному історичному музеї України. Вона дуже цікаві експонати, екскурсії. И все же, давайте представим, как студенты пересдают зимнюю сессию на ВДНХ. Так, вырывайте листки бегом. Сейчас будем работать. Вырывайте. Так, есть? Дайте мне. Еще. Первый сюда. Так, ты кто вообще? Сейчас. А, Иванов. Давай за счет. О, зачем он так куда? Какая разница, главное, что в ведомости стоит. Ведомость где? Где ведомость, это ведомость. Да, тройки всех устроил. Отлично, потрясающе. Вы знаете, друзья, Николай Бердяев сказал, если не обладаешь мудростью, остается любить мудрость. Ну, в общем-то, если не обладаешь юмором, мы очень любим говорить серьезно, друзья. Философского факультета «Цивилизация».